Как вам живется в жаңа Казахстане Токаева? Так же, как во старом Казахстане. Даже хуже происходят вещи, да? Разве не ощущается жаңа Казахстан? Наверное, с плохой стороны ощущается. Например? Ну, 20 тысяч террористов, да? Где кого поймали. Только, по-моему, простых бедолаг ловят, сажают за то, что они оппозиционные действия проводят. Хотя народ имеет право выходить на мирные митинги и требовать свое. Ну, да, конечно, имеет право. И самое интересное, а где же эти 20 тысяч террористов? Да хоть одного видели? Давайте не об этом.